Один из аспирантов, бывших аспирантов нашей кафедры, Костя Амелин, он трижды мастер спорта, в том числе мастер спорта по авиамоделизму. Он кончил кафедру Теркиба на Матмехе же, но уже в аспирантуре учился у нас. Поэтому так, мы его считаем своим, хотя у него бэкграунд такой более математический. Так вот, под его руководством создается система алгоритмов для управления армадой беспилотных летательных аппаратов. Армада – это такой более-менее официальный термин, что это группа. И мы используем так называемые мультиагентные технологии, потому что каждый самолет должен быть проактивен. Что такое проактивен? Он не только исполняет команды, которые ему приходят, он в процессе полета может сам себе менять цели. Ну, понятно, по каким-то известным алгоритмам, но тем не менее он в процессе... Например, если летит группа самолетов, и один самолет сбит или просто потерялся. Они же маленькие, вот такие, легкие, там, пару килограмм весят. Ветром его куда-то унесло. Так вот, остальные самолеты между собой общаясь, должны без участия оператора, который далеко, должны изменить целеполагание, перераспределить задачи с тем, чтобы выполнить исходную задачу оставшегося количества самолетов. И вот на эту тему была разработана система управления. Сейчас мы работаем над тем, чтобы то, что мы делаем для роботов, конструктор Трик, я буду об этом еще говорить, использовать для самолета. Уже есть несколько продаж. Наши самолетики мониторят Красноярский заповедник и Саяно-Шушенский заповедник. В общем, сейчас продано то ли 4, то ли 6 самолетов, но я очень рассчитываю, что это такая актуальная тема, которая обязательно пойдет. И опять-таки, еще раз повторяю, мы же не делаем самолеты. Самолеты, ну, мы собираем из купленных деталей. Для нас математика, управление этой группой самолетов. Вот они снимают изображение, там, порубка леса, пожар. Есть такая задача следить за редкими животными, но пока эта задача не очень решаема. А вот порубки леса и вырубки леса и пожары мы четко определяем сегодня и сейчас. То есть это очень практическая задача, за которой стоит куча математики. Распознание изображений, о которой я просто мельком сказал где-то, а это же огромная задача, и она имеет аппаратное решение. Точнее так, без аппаратного решения не верю, что можно найти сколько эффективное программное решение. Тут нужна обязательно аппаратная поддержка. Так что в этих самолетиках, как в капле воды, сосредоточились очень многие наши задачи, и я очень доволен, что мы этим начали заниматься.